Здравствуйте, уважаемые подписчики. У нас сегодня такой необычный ролик, потому что мы в режиме нон-стоп продали коттедж 70 квадратов. Помните, мы снимали ролик, где я говорил, что осталось 4 коттеджа. Вот один из них, это 70 квадратов, вот забрали. Вас как зовут? Рая. Рая, очень приятно. Вот для наших подписчиков расскажите, вот что, как, почему Анапа, в конце концов? Анапа, потому что у меня муж из Краснодара, а мы объездили, вот, ну, служили раньше. А вы военные? Да. Военные пенсионеры. Ну и вот захотелось мужу домой вернуться, поэтому мы приехали в Анапу, и здесь вот сразу купили. А откуда приехали? С Курска. О, с Курска. Последнее место службы было Курск. И вот мы с Курска сюда переехали домой. Ну, то есть, в принципе, не было вопросов, куда Сочи, нет, там Новороссийск, именно Анапа целенаправленно. Именно Анапа, потому что здесь детские оздоровительные много санаториев. Да, и у нас внуков много, поэтому вот нам и нравится Анапа. Ну, спасибо. А еще такой вопрос, Рая, тоже. А вот вы, получается, буквально сегодня подписали договор, внесли деньги, и мы сейчас вот так оперативно всем составом вам свет подключаем, котел, чтобы запустили. Это все вот сегодня делается, уважаемые подписчики. Вот даже такое бывает. Ну, как не пойти навстречу хорошим людям? Вот. А почему именно стройгарант Анапа? Много же других застройщиков есть. Нам понравился очень городок. Сам поселок, да? Да, сам поселок компактный. Ну и по цене, наверное, приемлемо. По цене, да, у нас отличная цена. Самое главное, да. Получается. И по инфраструктуре остановка, пожалуйста, в оба направления 100 метров. Да. Песчаный пляж, да. А магазин еще здесь будет на первом, получается, участке. Мы будет магазин и автосервис. Вам не говорили? Сказали, ну, вот, сосед, сказали. Да, ну вот, молодцы. Как, прям я очень рад, что вот так вот вас услышали, что надо сегодня оперативно заехать. У вас кошка, я смотрю, необычная. Да. Финская это, да? Финская. Это без шерсти. Да. Ей холодно сейчас. Вот мы быстро-быстро подключаем свет, чтобы было отопление. А, такой еще вопрос, Рая. А вот вы же рассматривали все равно и жемчужину, и встречный. Просто только приехали в Звездный, сразу влюбились. Да, и мы в один день же почти сразу это. Мы вот все сделали. Да, все сделали сразу. Очень приятно, друзья. Видите, как получается, как любовь с первого взгляда, да? Здесь осталось, я повторюсь, в продаже, это 3 коттеджа. И то один из них, это 130 квадратных метров, должны сегодня тоже люди уже едут на переговоры, вот сейчас в офисе будут встречаться, и всего здесь останется 2. Это 110 квадратов и 130. Поэтому, если хотите успеть до Нового года, помните, я говорил, что мы 100% продадим, и мы даже быстрее, ну, продадим, чем ожидалось даже, друзья. Поэтому надеемся очень, что вот буквально вот за вашим участком еще свободные участки есть. И если мы договоримся, то еще будет 4. Но это будет как бонус, и я думаю, все будут рады. Это будут подряды, ну, либо мы за свой счет, как это обычно делаем, строим, потом продаем. А здесь по благоустройству все нормально, все устраивает? Все нормально, все хорошо. Какие-то, может быть, террасу крытую, застекленную планируете в дальнейшем? Со временем. Поживете? Согласитесь, да, что не было такого, пришли к нам, и мы вам и это еще давайте дополнительно, и то, и пятое, и десятое. Мы говорим, пожили, да, смотрели, надо, обратились. Да. Но вы будете нас рекомендовать? Конечно. Как скоро мы увидим от вас плоды? Да шучу, мы как бы уже реально свой рынок здесь завоевали. Да. Вот. По рекомендациям в основном идут, уже не столько бюджет в рекламу тратим, сколько вот просто сделали вам добро, вы кому-то сказали, это достаточно на сегодняшний день. Поэтому и вам хорошо, и нам. Мне вон дети думают переезжать сюда же еще. Тем более. Может быть, и соседний участок под детей, если что, забронируем. Хорошо. Рая, какое-то пожелание, может быть, подписчикам, которые сомневаются по поводу переезда в Анапу или боятся, что не подойдет климат, там, ну, разного рода страхи. Вот как вот вы собрались же и, будучи, ну, как сказать, в рассвете сил уже, и все равно переехали? Ну, да. Вот скажите им что-нибудь. Климат хороший. Вот сегодня 30 ноября, а солнце светит, и плюс 14 градусов тепла на улице. Тепло. Да. Тут даже еще никто машины в зимнюю резину не одел. Ну вот, друзья, очень надеюсь, что мы сегодня
сделаем свет, а мы его сделаем 100%, если надо, и в ночь здесь будут все делать, поэтому не переживайте, номер мой есть. Вот, котел запустим, все это тоже протестируем. Поэтому здесь проект такой достаточно компактный, это две спальни, мы вам покажем в обзоре, смотрите, будет очень интересно. Всегда я клиентам говорю спасибо, что оказали нам доверие, но в свое время вы не пожалеете, что будете здесь жить, наслаждаться, поэтому мы вот осуществляем мечту. Поэтому добро пожаловать в Анапу, всем удачи, всем пока!